Всем привет, мои хорошие! Сегодня я хочу с вами поделиться рецептом блинов, который получится абсолютно у каждого. Рецепт очень простой и легкий. Блины получаются тоненькими, нежными и в дырочку. Что нам для этого с вами понадобится? 2 куриных яйца, 200 грамм молока, сахара 2 столовые ложки, пол чайной ложки соли, мука и пару столовых ложек растительного масла. Плюс самый секретный ингредиент – это кипяток. Поэтому, прежде чем готовить эти блины, мы с вами сразу ставим чайник, чтобы он закипел. Отправляем холодное с холодильника молоко. Добавляем сюда 2 яйца. Так, я хочу не сильно сладкие блины, поэтому положу 1,5 столовые ложки сахара. Если вы любите сладкие, то добавляйте побольше. И где-то 1/2 чайной ложки соли. Давайте еще чуть-чуть добавим. Вот так. Так, и растительное масло где-то 3 столовые ложки. Для того, чтобы не смазывать сковороду каждый раз. Все хорошо перемешиваем. Добавляем сюда муку. Я прямо кладу на глаз. Ну, где-то уйдет неполный 200-граммовый стакан, даже чуть меньше. Где-то 180 грамм, я думаю. Перемешиваем. Я перемешиваю все ложкой. Чайник закипел. Вот такой консистенции получилось наше тесто. И сюда вливаем кипяток. Отложила я вот такой вот стакан. Буду добавлять и сразу быстро-быстро перемешивать. Стакан ушел весь. Вот такое вот жиденькое тесто у нас с вами получается. Будем обжаривать. Ждать ничего не нужно, обжариваем сразу. Для первого блина я смазываю сковороду растительным маслом. Ну а для последующих уже не нужно.